красотка! И сегодня мы у меня на кухне. Я, мне кажется, показала уже все, что можно показать. Что у меня в косметичке, что у меня на туалетном столике, что у меня в чемодане, когда собирала свадебное путешествие, между прочим. Но в холодильник свой я вас еще не пускала. Просто не доводилось случая. В последнее время вы безумно часто меня спрашиваете о том, чем я питаюсь. Может быть, это обусловлено... Спасибо большое, спасибо, спасибо. Может быть, это обусловлено тем, что я сейчас в положении, и я не раз говорила то, что мое питание стало более каким-то осознанным, и вам очень интересно всегда наблюдать за моими сторис в Инстаграме. Это я сама сделала такой вывод, да? Но нет, вы очень часто меня, правда, просите скидывать какие-то рецепты, показывать, рассказывать, что я готовлю, и если вы еще не подписаны на мой Инстаграм, то вы... пропускайте очень много годного контента, очень интересного, очень полезного. Поэтому обязательно подписывайтесь. Я так сделала, потому что где-нибудь здесь появится плашечка с моим Инстаграм. Я очень часто сторис показываю то, что я готовлю дома. Дома я готовлю действительно много, поэтому холодильник у нас не пустой, а с продуктами. Тем более, что мы недавно закупились, потому что я решила снимать такое видео. В целом, плюс-минус, у нас действительно всегда вот такой вот запас продуктов. Конечно, сейчас он вот-вот в полной мере, потому что мы сделали контрольную закупку. Я очень быстро говорю, у меня появляется одышка. В общем, не буду долго болтать. Пойдемте к моему холодильнику. Я буду снимать еще вот с этой камеры поближе, чтобы вам было все наглядно, потому что я смотрела пару таких роликов, когда где-то издалека там показывают какую-нибудь баночку очень интересную, и вам ничего не видно. Я не хочу так. Поэтому у нас будет все детально. Та-да-дам. Давайте начнем по порядку сверху вниз. И наверху на самом деле менее интересные вещи. Это суп, потому что я недавно готовила суп-пюре из цветной капусты. Там сзади виднеется цветная капуста, мною обожаемая, любимая, самая просто вещь в мире. Особенно зимой, особенно во время беременности. Я на нее прям хорошо так напала. Делает ее мама Дениса. Я почему-то держу все это время в руках молоко. Здесь у нас стоит молоко, потому что это высокая штука, высокая полка, сюда помещаются высокие продукты. Вообще, я когда составляла список для вот нашей такой контрольной закупки, я обалдела, на самом деле, от того, как мы много едим из молочного. То есть у меня прям пункт молочка, и там очень много перечислений, и молоко активно пьется с чаем, с мюслями. В кашу я иногда добавляю молоко. Здесь у нас сбоку стоят такие штуки под названием форель и форель. Это слабосоленая рыба. Очень радуюсь, когда в составе нахожу только форель и соль. Я очень люблю делать такие бутербродики, знаете, на перекус. Черный хлебушек или хлебец, творожный сыр и рыбка. Еще можно авокадо. Очень питательно, очень полезно. Полочка с зеленью, на самом деле, не всегда все именно так лежит. Здесь у нас шпинат. Зелени я добавляю везде, во все блюда. Очень много, неважно, лето, зима, осень. Здесь у нас укроп и петрушка. На следующей полочке мы можем видеть хлеб. Есть два типа людей, которые хлеб хранят в холодильнике и не в холодильнике. Мы храним в холодильнике. Это вот Денис меня научил, приучил. Я не знаю, как правильно. Тут у нас черный хлеб. Также это моя рыба, которую я готовила вчера. У нас осталось два кусочка. Рыбу с овощами. Далее у нас лежит творог и рядышком сметана, потому что это наше любимое сочетание. Такой, знаете, перекусик. Немножечко творога, немножечко сметанки перемешиваю. Я в шоке, что я это говорю, потому что раньше я ненавидела творог, но я его полюбила в беременности, когда осознала, что его нужно есть. Просто стала добавлять в него сметану, добавлять в него орешки, банан, и творог стал нормальным. Кстати, не ведитесь на эту штуку про 0% жирности и не покупайте обезжиренные творога, йогурты и так далее. Это еще хуже, на самом деле, для нашего организма. Мы всегда покупаем что-то среднее, это у нас 5% жирности. Также здесь очень весело лежит 3 диска. Просто реально не было меньше упаковки и пришлось купить, по-моему, килограмм редиса. Я очень понемножку ее использую в салаты. Нижняя полочка, мне кажется, это полочка, которая есть у каждого внука или внучки. Мне кажется, у каждого человека в России это полочка с баночками от бабушки, где всякие варенья, соленья, и очень от них тяжело, на самом деле, отказываться. Но здесь не только бабушкины баночки, есть такие вещи еще, как арахисовая паста. Например, я очень люблю в овсяную кашу не добавлять сахара, но добавлять ложку арахисовой пасты. И это так и сладенько, и сытненько, вкусненько. Вяленые помидоры, просто нереального размера оливки. Это просто была скидка в одном магазине, произведено в Италии. Очень приятно осознавать. Огроменные оливки. Я думала, что никогда их не полюблю, но все-таки нет. Это приходит с возрастом. Также тут горошек. Ну и вот поехали баночки эти, клубника, бабушкины подписанные вишни. Это очень все приятно, но это не так часто нами есть.
нравится все. Денисовы любимые консервы, шпроты и килька. Действительно, Денис очень любит такое с картошечкой. А еще, наверное, вы заметили вот эти вот штучки. Это называется кармашки. Я, на самом деле, заказала давно где-то на Алиэкспресс. Довольно-таки удобная штука. Единственное, я забываю иногда, что там что-то хранится. Вот так вот держатся. Не занимают, собственно, место. И вот какие-нибудь шпроты там хранятся по полгода, извините, потому что я забываю о том, что они есть. Мой любимый раздел – это низ холодильника, потому что это овощи. Это не постанова. Овощей у нас действительно всегда очень много. Это и огурцы, и помидоры. Помидоры, как вы видите, разных видов, потому что мы любим разные помидоры. И черри, и мягкие. Сейчас, конечно, еще помидоры не очень классные. Они какие-то тверденькие. Но черри всегда сладенькие и вкусные. Кабачки, перцы разного цвета. Сельдерей, морковь. Ну, в общем, овощи. Я очень часто делаю салаты просто овощные, или мы так грызем, или яичницу с утра добавляю, помидоры с перцем. Ну, в общем, овощи очень у нас активно уходят. Я немного приустала и облокотилась на холодильник. Здесь, наоборот, давайте пойдем снизу для разнообразия. Внизу, конечно же, всякие высокие бутылки. Это масло нерафинированное, рафинированное, льняное, кокосовое. Эпика. Очень люблю этот йогурт. Соевый соус, заправка для фунчозы. Кто знает, что такое фунчоза? Ставьте лайк. Так еще говорят люди. Крабовые палочки, в которых реально есть краб. Если что, если кто-то не знал, то открою секрет. Крабовые палочки просто так называются. Но это имитация на самом деле. Там рыба сурими на первом месте стоит. И, собственно, состав там не очень на самом деле классный. Но у этих крабовых палочек в составе на втором месте стоит краб. И Денис, когда это увидел, он просто купил. И вот поехали, вся молочка просто, это и масло сливочное, мы его активно едим, я добавляю его в кашу. В рис, чтобы он не слипался. Ну, в общем, такие бытовые штучки. Сыр твердый также у нас тоже всегда абсолютно есть. Сыр моцарелла. Я очень люблю с овощами запекать, чтобы она так расплавлялась и было очень вкусненько. Это маленькие, знаете, такие штучки. И йогурты, которыми мы просто закупаемся всегда, как будто последний раз живем. Это талицкий йогурт. Нереально полезный, термостатный, очень классный. Если кто-то вблизи Екатеринбурга живет и у кого-то есть талицкие йогурты, я очень советую. Никакого вкуса, никакого состава, хотела сказать. Ну, в смысле, состав очень хороший. Над шрифтом им бы поработать, конечно. Знаете, я как бабушка себя чувствую. Так вот, нужно читать уже скоро. Нормализированные сливки с использованием заквасок болгарской молочной палочки и термофильных молочных стрептококков. Ну, короче говоря, одна сплошная закваска. Йогурт действительно доходит, как бы готовится в этой баночке. Поэтому мы, когда их видим в магазине, закупаемся сразу же много. Срок хранения у них 7 суток, поэтому мы успеваем. Есть. Здесь такой, знаете, отсек, мне кажется, у всех он есть, но у меня здесь всего два средства. Это медикаменты. Мазь Вишневского и Левомиколь. Я не знаю, откуда они у нас, я не пользуюсь ими, но они лежат. Тут также кокосовое масло и полочка для яиц. Яйца из деревни, где живет мама Дениса. Поэтому они немножечко такие закаканные в помете, но зато домашние свои и с желтым желтком, знаете, а не с прозрачным. Здесь тоже продолжение йогуртов стоит. Вам видно, что происходит наверху? Я немного вас подниму, наверное. Здесь у нас стоит альметта сыр. Я говорила, что я люблю бутербродики делать с хлебцем или с черным хлебом. Сверху класть рыбку. И творожный сыр с альметта очень-очень вкусный. Также здесь стоят сливки, лимонный сок и сыр для греческого салата. И, в принципе, из моего холодильника все. Мы будем опускаться сейчас с вами ниже. Это будет заморозка, это морозилка, и там у нас все занято. Просто каждый ящик, он набит всегда горой. Здесь у нас три ящика. Третий ящиком назвать очень сложно, потому что это вообще какое-то расстояние небольшое. Раз я с него начала, находятся просто ягодки, малина и что? Черника. Это для смузи, для всяких водички с ягодками. И вот эти два большие отсека, это либо овощи, либо рыба. Мясо, как вы знаете, мы не едим. Овощей в заморозке у нас реально нереальное количество. Это и всякие смеси, которые очень удобно быстренько сделать. Они там по составу очень хорошие, там просто замороженные овощи. Капуста, брокколи, фасоль, кабачок. Это мама Дениса давала, она сама нарезала и замораживала. Цветная капуста, еще брокколи, еще какая-то смесь, еще цветная капуста. Короче говоря, это просто овощи в заморозке, которые очень удобно быстро либо сварить, либо запечь в духовку, либо взять какой-то рагу. Овощи едим мы в огромном количестве. Ну и здесь у нас, собственно, как я уже сказала, всякая рыбка. Это, по-моему, грибы из деревни тоже. Это у нас креветки.
кальмары колечками. Здесь у нас вареники. Кстати, да, мы не едим пельмени, потому что там мясо, но вареники мы едим. Мы покупаем в основном либо вареники картофельные, либо рыбные. Вот, рыбные пельмешки. Очень красиво, кстати, слеплено. Там еще грибы. И здесь у нас рыба. Я в основном покупаю либо брикеты, вот такие вот, удобно. Их очень разморозил и запек как-нибудь на пару в духовочке с фольгой. Либо вот такое вот филе. Это просто без косточек, но без брикетов. Это у нас тилапия и минтай. А вот этот пакетик, это то, чего, я уверяю, ни у кого больше нет. Морозильники, кроме нас. Это, девочки, скорлупа от яиц. Как я уже говорила, у нас в деревне у Дениса мамы есть курочки, и они несут нам яйца. Каково было мое удивление, огромное, что это, оказывается, огромный для них деликатес, кушать их же скорлупу. То есть там очень много витаминов, кальция, поэтому я всегда собираю скорлупу от яиц в мешочек, а потом мы привозим в деревню курочкам на радость. Они нам, мы им. И я решила не ограничиваться одним холодильником, морозильником. Я решила вам показать еще, что у нас стоит просто вот на столе. Это обычно вот передо мной сейчас стоит стол обеденный. На нем вот это вот все стоит. Но я для удобства, так как здесь такая локация, все-таки кухонная, я поставила все это сюда, чтобы вам показать. Это то, что у нас стоит на столе, знаете, типа вот как похрумкать. И я понимаю, то, что это очень важно, что стоит у вас на столе, как похрумкать, потому что иногда ты приходишь на кухню, ты вроде бы еще не голодный, но хочется чего-то такое маленькое перекусить. Ты это видишь, ты вообще даже можешь не осознать, но быстренько взять вот печеньку там или вафельку, или что ты увидишь на столе, перебить аппетит, немножечко так подкрепиться и уйти. И очень важно, что стоит у тебя на столе, потому что будет это вафелька или яблоко, например. Я поняла, что чем виднее полезный продукт, чем чаще ты их видишь, тем больше ты ешь именно их, а не какие-нибудь там печеньки, вафельки, которые обычно мы как раз таки ставим на стол. Ну, мы в смысле люди. Поэтому у нас уже давно стоят на столе всегда, может быть не так красиво, конечно, как я сейчас разложила, но всегда стоят сухофрукты, это чернослив, особенно сейчас во время беременности, каждый день съедаю по 3-4 чернослива с самого утра. Также здесь есть финики, финики королевские, если кто не любит финики, попробуйте королевский финик. Это такая сладость на самом деле. Например, если вы не можете без сахара есть кашу, или в принципе едите очень много сахара, но хотите от него отказаться, финики, конечно, тоже содержат много сахара, но он намного полезнее, чем обычный белый рафинированный. Так вот, съев один финик, вам, мне кажется, вообще больше не захочется ничего сладкого есть. Вот этот шум, это кулер. Его нужно немножечко подождать, потому что он время от времени шумит и подогревается. Оп, супер, закончил. На чем мы остановились? И вторая у нас плашечка, это орехи. Мой самый любимый орех пекан. Кто никогда его не пробовал, я очень всем советую. И тут рядом лежит его брат. Брат, который на самом деле мне меньше нравится. Это грецкий орех. Раньше я обожала грецкий орех. Но он был немножечко, знаете, такой с горчинкой всегда. Будто неприятный немножечко привкус после них во рту. А пекан, он намного более нежный, какой-то сладенький. Они из одного семейства. Пекан просто самый вкусный орех в мире. Также, что у нас на столе всегда стоит, это хлебцы, как я уже говорила. Это обычные такие ржаные. Ну и без сладенького, конечно, никуда. У нас сейчас лежит такая шоколадка. Это горький шоколад 60%. Мне моя преподаватель по итальянскому подарила. Ее на самом деле много не съешь. Это классно, потому что она достаточно горькая. И если хочется с чего-нибудь, с чаем или в кашу, например, натереть или накромсать, то это очень вкусно. Ну и самая, конечно, любимая и самая пополняемая чаша в нашем доме, это ваза с фруктами. Тяжело, можно не буду держать. Мой самый любимый фрукт — это зеленое яблоко Симиренко за 60 рублей килограмм, который всегда еще и по скидкам, по акциям. Я очень рада этому всегда. Я могу их съедать по 2 в день, каждый день. Также у нас здесь бананы, мандаринки, апельсин, лимон лежит. Но всегда есть чем перекусить, есть что погрызть. Это мой реально самый любимый перекус. Ну и, конечно же, всякие там крупы, я не знаю, макароны, которые у нас лежат где-то в шкафах, я вам показывать не буду. Вообще видео называется «Что у меня в холодильнике». Но я надеюсь, что вам это видео понравилось. Я не знаю почему, но люди любят смотреть такие видео. Люди любят смотреть, что у кого там в косметичке, в холодильнике, в чемодане. А еще я уверена, что сейчас большинство после этого видео захотело кушать, как и я. Смотрю на эти орешки и понимаю, что нет, ими дело не закончится. Я сейчас пойду что-нибудь кушать. Ну все, буду вас уже отпускать. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось. Напишите, пожалуйста, обратную связь. Я впервые снимаю на кухне вообще что-то связанное с темой еды. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, если хотите смотреть рецептики, по которым я готовлю пищу. Я очень дома часто готовлю. Ну и, конечно же, улыбайтесь чаще. Я вас очень сильно люблю.